Так, где еще можно купить? Ох, золото. Вот тут можно прикупить пшеницу. Это один. Операция победила. Так, ну тогда здесь должен быть какой-то сундук. Вот он. А в нем как раз закрома. Вот они. Прекрасно. Ну теперь уже я думаю, что хватит нам пшеницы для того, чтобы конюшни улучшить. О, точно. Так, автоускорение пока не будем трогать, потому что можем потерять. Это хватит вот обсидиан. Три – это корзинка. О, кристаллы Лазаря. Вот они и кристаллы Лазаря подоспели. Так. А в них мы прикупаем ускорение. 16 набрали, и все, и больше ничего. Так, вернуться в поместье. Здесь
О, тут уже все заполнено. Так, значит, вот это пожертвование, ключик, вот этот, это на будущее. Зато у нас есть слияние, чтобы делать усиление снаряжения. Так. Какой у нас тут самый маленький ранг? Вот это перчатка. Третий уровень. Это четвертый. Тут четвертый. Седьмой, шестой. А вот это третий. Ну что, перчатку эту боксерскую будем усиливать. Для этого надо. Вот это использовать нужно. Создать чертеж. Я не вижу этой перчатки тут. А, вот она. Создать чертеж. Есть. Блин, растратил все золото. Чертеж есть, монет нету. Ну все, как бы не забыть. Потом, что у нас тут уже готово на усиление. Перчатка. Ой-ой. Распаковать ресурсы надо все. Ну и ускорение теперь. Так, а что будем улучшать? Thank you.
Петю, а зачем я это щелкнул? Это ж лечение и тренировка. А я уже там все. Все уже произошло. И лечение вот. И тренировка. Ну вот, это опять 30 минут полезного бонуса впустую. Вот такие вот дела. Ладно. Так, серебро. Ну что, остается только. Ну еще можно. Еще можно напоследок. Атаковать 39-ю угрозу и еще быстрее.